А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать магазин игровых ключей и аккаунтов Creeper Craft Shop. Здесь вы сможете купить лицензионные аккаунты Minecraft, Battlefield и также попытать удачу и купить ключ, где вы можете выбить GTA 5. Ссылочка на этот магазин в описании, заходите и покупайте. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в рубрику «Без модов, только с одной командой», где сегодня мы будем рассматривать, как же сделать летающий аппарат у себя в Майнкрафте без каких-либо модов, без лагов, без запаривания с установкой самих модов, а только с помощью одной команды. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ведь если мы наберем 500 лайков на вот этой серии, то завтра же сразу же выйдет следующая серия, следующая часть какого-то обзора без модов, а только с одной командой. Если честно, это придает мне больше сил для записи новых видео, поэтому я еще больше стараюсь для вас их сделать. Также, ребята, я общаюсь со своими подписчиками, все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий под этим видео, я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И последнее, что я бы хотел сказать, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому подписчику, каждому новому человеку, который подпишется на мой канал. Я действительно буду очень сильно рад. И, ребята, сразу же приступаем. Сразу же приступаем к обзору этой команды. Эта команда, мне кажется, находится только на ранней стадии создания, потому что она еще не прям какая-то супер-пуперская, с помощью которой можно там, я не знаю, какой-то там истребитель себе построить и просто-напросто на нем летать. Вот я построил такую небольшую, я не знаю, то ли это самолет, то ли это воздушный шар, просто-напросто. Знаете, почему он такой маленький? Потому что тут стоит ограничение. Вы можете построить в длину максимум 9 блоков, в ширину максимум 8 блоков и в высоту максимум 7 блоков. То есть, если у вас будет больше, то эта штукенция летать не будет. Это вот такие небольшие ограничения автор сделал. Я не знаю почему, может он просто-напросто только пытается создать этот мод, и может потом уже будем летать на каких-то там НЛО или даже больше. А еще такая фигня, то что ваш летающий аппарат, то ли там самолет, то ли я не знаю что будет, можно построить только с помощью 4 предметов. То есть или доски из дуба, или белая шерсть, или заборчик, или лестницы. То есть только эти 4 предмета разрешены для постройки вашего аппарата. Если вы будете строить с помощью чего-то другого, к сожалению, он летать не будет. Я не знаю почему, честно, ребята, я еще расскажу, может, из-за того, что ну не знаю, может, это просто находится в ранней стадии разработки, поэтому это пока что еще не работает. Я, ребята, это буду удалять, чтобы показывать вам с самого начала, как же это все делается. Это я, в принципе, тоже удалю. Так, ну что, выдаем себе командный блок. Кто не знает, он так делается. Командный, вот, командный блок. Круто. Ставим его на землю, вписываем команду. Вот эта команда. Замечательно. Если у вас чат написала вот такую длинную, такой длинный текст, значит, команда успешно заработала. Запускаем. Круто, вот. Таблички. Это создатель этой команды, created by Mr. Garetto. Он создал эту команду, поэтому спасибо ему. Я, может, даже ссылочку на него оставлю. Он зарубежный ютубер, американский. Хотя, в принципе, ему пофиг будет, что я оставлю на него ссылочку. Но все же это будет для моей совести легче, потому что я говорю, что это не я создал эту команду, а какой-то зарубежный ютубер. Поэтому, ребята, вот он. Тут правой кнопочкой нажимаю на вот это, если вы хотите удалить эту постройку. Ну что, ребята, нам нужно сделать двигатель. Двигатель для нашего самолета. Как он делается? Мы выбрасываем на землю один железный блок и один поршень. Вот он. И вот, у нас получается, ребята, яичко, шип, контрол панель. То есть управляемая панель, то есть панель управления, да. Руль, короче, будем так называть. Как же ее ставить, ребята? Сейчас, секундочку, дайте-ка я вот это сюда еще поставлю. Ее нужно ставить именно по центру. Вы не можете ее поставить вот сюда. Вы не можете ее поставить сюда. Вы не можете ее поставить вот сюда, потому что она, по сути, работать не будет. Нужно ставить именно по центру вашего корабля, вашего... В принципе, можно даже и корабль сделать. Можно попробовать будет. Вашего самолета. То есть именно вот тут по центру. Вот. Вот. Все. Команда заработала. Я еще, может, сейчас немного потише сделаю. Команда заработала. Все у нас по центру стоит. Вот наши ребята
не знаю, что это, то ли дирижабль, то ли воздушный шар, то ли самолет какой-то. И вот у нас уже тут газы испускает наш самолет. В принципе, это дает знать то, что он уже может летать. Просто-напросто садимся правой кнопочкой, все, мы сели на наш самолетик. Вот, ребят, вот. Двигаться мы пока что еще не можем, потому что в чате нужно вот сюда на зелененькую кнопочку нажать. Сейчас он как будто... Автор сделал, что как будто это самолет, но он называет их кораблем, да, то есть Ship Control Panel, то есть панель управления корабля. Также вот тут, где зелененькая кнопочка, тут пишет Unanchor, то есть он сейчас как будто стоит на, я не знаю, если сказать... В машине, как будто на ручнике, да, то есть нужно спустить ручник, нужно нажать на вот это, дропань, вот, все. Ручник спустили, сейчас он может летать. Все, ребята, он полетел. Он полетел, конечно, скорость тут не прям какая супер-пуперская, но все же летать он может. Он может направо полететь, он может вот направо, может налево, может даже назад полететь, в любом направлении, куда вы смотрите. Как вы хотите, чтобы он взлетел, выше или ниже? Также вам... Мышкой нужно вот нажимать в чате. Ascent, это как будто он выше, то есть он взлетает. Descent, он просто-напросто спускается. То есть управление очень простое, если честно. То есть не прям вот этим спейсом или шифтом или еще что-то. А обычной мышкой, да, в чате кликать. Вот, например, drop and short, наручник поставить. Все, мы стоим на ручнике, мы больше двигаться никуда не можем, потому что мы припарковались, можно и так сказать. То есть... Если дословно перевести, то якорь, то есть бросить якорь корабля или поднять якорь, да, когда мы бросаем якорь, то как будто он стоит. Это я понимаю, что это как будто самолет, но автор так сделал то, что пишет Unanchor, то есть поднять якорь и что там еще есть? Что там? Так, я просто вот так. И drop anchor, то есть, ну, спустить в якорь, да, то есть припарковаться, можно так сказать. Скорость, конечно, небольшая, но, в принципе, это прикольно, если вам нужно куда-то далеко лететь в своем там одиночном мире, и вам лень там что-то делать, и на пути могут какие-то преграды там встречаться, то вы можете просто-напросто создать вот этот летающий аппарат, взлететь на большую высоту, чтобы не стукаться в горы, например, да, и просто-напросто полететь куда-то, даже не нажимать кнопочку, не зажимать, а просто лететь куда-то, пойти в туалет там пописать, пойти в кухню там покушать, вернуться, и ты уже пролетел на другой конец мира. Конечно, он действительно очень медленно летает, плавает, потому что, по сути, это... А ну давайте, в принципе, попробуем. Хотя, мне кажется, это будет одно и то же самое. Но, в принципе, можно попробовать. Давайте мы вот так. Все, спустили. Да, круто. То есть, в данной стадии разработки он очень медленно летает. Я не знаю, честное слово, ребята, может автор потом сделает, что это будет намного быстрее. Но именно сейчас он, если честно, очень медленный. Может, автор потом будет разрабатывать новые какие-то, знаете, то есть, новые какие-то улучшения для... Новые улучшения для вот этой своей постройки, да, то есть, может... Может, он будет быстрее плавать или летать, зависимо от того, что вы построите. Или может еще что-то. То есть, ребят, как я уже сказал, это зависит от автора. Если он что-то надумает сделать, то сделает. И это может еще приобрести какие-то новые формы, да, то, что вы сможете это все делать. И это может действительно еще намного прикольнее выглядеть. Но, ребята, это зависит не от нас. Что автор сделает, то и будет. В данной стадии... Вы можете летать, сейчас мы попробуем, можем ли мы плавать, не знаю, честно, может и да, может и нет, но пока что очень медленно. Это, если честно, немного печально, то, что вот так медленно, потому что хотелось бы, да, ребята, создать какой-то там истребитель, запиндолить в него двигатель и полететь на другой конец мира Майнкрафта. Я, если честно, бы тоже так хотел. Я с вами, ребята, полностью согласен. Но, к сожалению, сейчас мы это сделать не можем. Ну, центр приблизительно где-то вот тут, что ли. Вот так. Во. Вроде что-то выдвигается. А ну, давайте. М. Во. Так. Якорь. Да, принт, нет. Нет, не может он, ребята, плавать.
Видите, то, что он теряет часть своих блоков, да, то есть... Не может он почему-то плавать, но зато мы можем взлететь. Зато мы можем взлететь, то есть превратить свой корабль в какой-то вертолет. Это очень прикольно, но, к сожалению, мне кажется, это рассчитано только на полет. Потому что вы видите сами, ребята, то, что мы построили, но сейчас мы взлетели и часть блоков мы потеряли. Вот, например, если мы сейчас... Вот смотрите. Так, сейчас дайте-ка мы... Вот так, замечательно. Вот сейчас, допустим, мы еще раз вот тут построим. Вот так. И вот так. А ну сейчас еще посмотрим. Вдруг у нас получится. Вот так. Все, можем, можем. Можем. Опа, опа, грузится. Ну как, ребята? Вряд ли. Видите, то, что он... я не знаю, он немного залагал. Смотрите, он как будто частями так передвигается. Не, вряд ли. Вряд ли у вас получится, ребята, сделать корабль. Корабль у вас вряд ли получится сделать. Наверное, только самолет. Наверное, только самолет или еще проще воздушный шар, чтобы просто-напросто взлететь на какую-то большую высоту. Вот это у вас действительно получится сделать. Во, сейчас. Вот. И полетели. Вот. Еще раз повторюсь, очень медленно, но, ребята, выхода нет. Он вот так двигается, он вот так летает. На такой большой скорости, можно сказать. А мне интересно, что будет, если мы врежемся в что-то. То есть корабль развалится или просто-напросто застрянет в этой горе и больше ничего не будет делать. То есть как будто у нее стукнется и все. Я, если честно, ребята, не знаю, может мы сейчас попробуем. Конечно, полчаса туда лететь, но давайте попробуем. Честно, ребята, это такой вот фанатская вот такая команда, не прям какая супер-пуперская, а просто-напросто, чтобы вот так немного поразвлекаться. Но все же давайте я вернусь через часов так 8, пока он сюда долетит, и я вам покажу, действительно, ребята, можно стукнуться, действительно ли он рассыпется, или посмотрим, что с ним случится. Спустя 5 месяцев я вернулся, ребята, честное слово. Сейчас уже Новый год прошел. У меня уже конец зимы, даже уже больше, чем 5 месяцев я вернулся, ребята. И он уже практически сюда долетел. Честное слово, я уже не знаю, сколько ждал. Я несколько месяцев, около полгода не выключал компьютер, и вот он наконец-то сюда долетел. Наконец-то, ребята. Сейчас мы посмотрим, что случится, если он стукнется в это дерево. Просто-напросто остановится или поломается, рассыпется на блоки. Мне просто, если честно, это тоже интересно. Я даю 80%, что он просто остановится и перестанет работать. Сейчас мы посмотрим. Или ничего не произойдет, он просто стукнется, если мы развернемся, то он полетит в другую сторону. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что с ним ничего не будет. Мне почему-то так кажется. Меня даже залагало. Я не знаю. Да, рассыпается! Рассыпается, ребята. Нифига себе. Реально, как будто ты врезаешься. Офигеть, прикольно. И вот этот блок тоже рассыпется. Да, реально, он просто-напросто ломается. Прикольно. Ну, вот это реально такой более-менее уже так. Более-менее прикольно то, что... Вот смотри, ой, дайте ко мне вылезти отсюда. Вот как будто, знаете, самолет врезался в дерево, в гору, и видите то, что застрял тут. Это реально очень круто сделано. Нужно сломать вот этот блок. Сломать его можно только, если ты ломаешь блок под ним. Если ты тыкаешь блок, то ничего не происходит. Нужно ломать под ним. А знаете, что еще давайте попробуем? Давайте попробуем версию для ленивых задниц. Что такое версия для ленивых задниц? Это вот это, ребята. Смотрите. Опа! Опа! Наш самолет готов. Не знаю, это новейшая разработка наших ученых. Посмотрим. Посмотрим, действительно. О, ух, вот сейчас уже скоростной. Сейчас он уже быстренько летает. Сейчас он уже намного быстрее летает. А вот это, если честно, даже прикольно. Это даже прикольно. То есть, вот это мини-мини-мини-мини-мини-супер-мини самолет. Вы это создали, все. И это, если честно, уже очень просто. Вот реально, вот так вы поставили, пошли куда-то спать. Утром пришли, вы уже на другом конце мира Майнкрафта. Ну это реально очень круто.
То, что скорость намного больше, да, скорость... О, тут даже менюшка есть. Скорость намного больше, чем в том самолете, потому что, ну, в принципе, вес меньше, скорость больше, как обычно. И управлять им действительно можно намного быстрее. Ну ладно, ребята, мне кажется, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, то, что она вам, ребята, понравилась. Если вы хотите больше различных вещей без модов, а только с помощью одной команды, то я буду рад, если вы поставите лайк. Ведь если мы наберем 500 лайков, я еще раз повторюсь, то завтра же выйдет следующая серия без модов. Может, чем-то новым, может, я найду там какую-то машину или еще что-то. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Также это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. И, ребята, еще одно. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вас требуется, это просто-напросто его ставить. Я прочитаю ваш комментарий, отвечу на него и также с тобой пообщаюсь. И подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, кто вступит в нашу большую дружную семью. Я действительно очень радуюсь, когда кто-то на меня подписывается. Поэтому, ребята... Не стесняемся и подписываемся. Команда на вот эти летающие аппараты есть в описании. Заходите, копируйте. Это работает на версии 1.8.5. Больше я не знаю, меньше вряд ли она будет работать. Поэтому лучше не пытайтесь, а просто сделайте на вот этой версии. Создавайте, летайте, радуйтесь. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты ж мой фанат, у нас большущая семья, все подписчики и я.